23 мая 2020 года. Сегодня, мои дорогие, я хочу опять позвать вас на небольшую прогулку. Мы уже рассказывали вам о христианском квартале старого города Иерусалима, показывали вам и рассказывали о Явских воротах, вот как раз, которые за моей спиной. А сегодня мы с вами отправимся от Явских ворот по древней паломнической дороге, которая сегодня называется улица Яфо. Почему, собственно, ворота называются Явскими? Потому что в старые времена паломники прибывали к нам, естественно, не через аэропорт Бен-Гурион. Приплывали они кораблями по Средиземному морю и причаливали в порту Яфо. Это древний порт. Находится он сейчас совсем рядом с нашим большим столичным городом Тель-Авивом. И вот, высадившись на скалистый Явский берег, паломники двое суток проводили в пути. Два дня нужно было идти пешком, чтобы попасть в Иерусалим. Шли они по той же дороге, по которой сейчас в Иерусалим ездят на машине люди. И входили они в Иерусалим, в старый город, вот этими Явскими воротами. Отсюда и название этих ворот. Мы не знаем точно, с какого века эти ворота стоят здесь. Ну, то есть нынешняя эта структура 16 век, это понятно. Но ворота здесь существовали, скорее всего, уже в византийский период. И паломники, соответственно, входили этими воротами в город. Значит, получается более чем 1500 лет. И вот сейчас мы с вами идем вдоль стены старого города и скоро попадем на улицу Яфо. Так называется та часть Явской дороги, которая сегодня находится в современном Западном Иерусалиме. Западным Иерусалимом мы называем ту часть города, которая была во второй половине 19 века построена за стенами старого Иерусалима. И вот идти здесь совсем недалеко. Мы с вами скоро уже увидим шоссе номер один, дорогу номер один, которую нужно перейти, чтобы попасть на улицу Яфо. А пока наслаждаемся вот таким симпатичным видом. Справа у нас с вами стена старого города, впереди пальмы живописные. И слева довольно красивая панорама на Западный Иерусалим. И вдалеке виднеется гора Сион. Мы дошли с вами до угла города. Здесь на углу в 12 веке стояла огромная башня крестоносцев, башня Танкреда. Есть небольшая площадь, и на ней любимая всеми паломниками и туристами надпись «I love Jerusalem». Пойдемте посмотрим. Вот эта площадь официально называется площадь Цахаль, то есть площадь израильской армии. Почему такое военное название у стен старого города? Да потому что до 1967 года весь Восточный Иерусалим, старый город, принадлежал Иордании. Прямо передо мной дорога номер один, как она теперь называется, а с 48 по 67 здесь была граница с государством Иордании. Соответственно, вот на этой площади в 67 году во время шестидневной войны шли бои, как и во многих других частях города вокруг стен. И, соответственно, в память об этом такое название дали. Войну, естественно, выиграл Израиль, Иерусалим объединился, сейчас никакой границы нет, весь Иерусалим принадлежит Израилю. Ну и вот здесь недавно совсем установили вот такую замечательную надпись. Ну что, может мне тоже какой-нибудь селфи сделать? Давай попробуем. Если будете у нас в Иерусалиме, не запутайтесь. От Кикар Цахаль, от площади Израильской армии, идут две улицы.
Если пройти прямо, это улица Шифте-Исраэль. Она нам сейчас с вами не нужна. Однако по ней можно довольно легко добраться в русскую духовную миссию. Удобно. Мы же берем ту улицу, которая идет чуточку левее. Это улица Яфа. Ее очень легко запомнить, потому что по ней идут трамвайные пути. Вот во всех нормальных городах трамвайные линии вообще-то убирают. Они мешают проезду машин. У нас же несколько лет назад, наоборот, проложили первый в истории Иерусалима трамвайный путь. Это пока что одна единственная линия. Вот сейчас строится вторая. Может быть, вы даже слышали, были некоторые проблемы. Ее хотели прокладывать через территорию Горницкого монастыря, а потом все-таки решили проложить выше и так далее. Вот это будет вторая ветка. Сейчас же есть только одна, она соединяет как бы север и запад Иерусалима, да, наверное, так можно сказать. И вот как раз-таки идет она по улице Яфо. Так что если идти по трамвайным путям, никогда не заблудишься. Между улицей Яфо и улицей Шифте-Исраэль стоят здания Иерусалимского муниципалитета. Вот поэтому там желтая скульптура льва. Лев – это символ Иерусалима. Как вы знаете из Ветхого Завета, это символ колена Иудина. А Иерусалим как раз находится на территории колена Иудина в Иудейских горах. Поэтому львы у нас обнаруживаются по всему городу. И в виде барельефов, и в виде вот таких вот скульптур. Первыми, кто стали строить здания за пределами стен старого города, были всевозможные миссии. И наша русская духовная миссия, и, естественно, Иерусалимская патриархия, и Армянская патриархия. Вот это здание, первое по левой стороне улицы Яфо, принадлежит армянам, о чем свидетельствуют такие вот вензеля над окнами, которые я вам сейчас покажу поближе. Улица Яфо – самая длинная и самая старая в Иерусалиме. Первая мостовая была здесь сделана в 1861 году. Основным транспортом поначалу были только мулы и верблюды, но потом довольно быстро появился и первый общественный транспорт. Это были немецкие экипажи. Эту услугу для паломников наладили немецкие поселенцы. Их район Машава-Германит находится здесь неподалеку. Улица Яфо довольно быстро стала главной артерией города. Вдоль нее, естественно, стали строиться банки, здания различных компаний, магазины. Выросли цены на землю и на дома. Сейчас улица по-прежнему центральная. До прокладки трамвайных путей она была вся забита машинами и автобусами. Вот так выглядят наши трамвайные остановки. Все полностью автоматизировано. Для того, чтобы купить билет, надо кончить институт, как я иногда говорю. Действительно, здесь нужно очень много всего понажимать. Тебя будут спрашивать, нужен ли тебе билет с багажом, без багажа, с ребенком, без ребенка, пенсионерский, студенческий и так далее, и так далее. Но у всех местных жителей в основном РАВКАФ. Это вот такая зеленая карточка, типа тройки в Москве, по которой можно ездить. Эту карточку вот в этом терминале можно только заряжать, купить ее здесь нельзя. Оглянемся еще разочек на старый город и продолжим наше путешествие по улице Яфо. Мы идем с вами мимо площади Иерусалимского муниципалитета, называется она Кикар Сафра. И здесь же проход через эту площадь к русской духовной миссии, к Троицкому собору. Здесь есть замечательная мозаичная карта, в которой Иерусалим изображен как центр мира, а Европа, Азия и Африка, собственно, располагаются вокруг него. Вот такой древний взгляд на наш святой город. Основано это на псалтире Давида. Спасение соделал посреди земли. Много зданий строили у нас на улице Яфо и англичане. Английский мандат у нас был с 1918 по 1948 год. Вот как раз слева мы сейчас видим с вами здание главного почтампа Иерусалима. Его строили при англичанах.
У нас уже закончился коронавирусный карантин. И разрешается гулять по городу, ходить. Уже даже многие поснимали маски. Так что на улицах значительно поприбавилось гуляющего народа. Особенно в связи с тем, что сегодня суббота, естественно, выходной день. Ну вот такая импровизированная прогулка получилась у нас сегодня. Импровизированная, потому что мы с мужем сейчас снимаем огромное количество видеоэкскурсий для нашего нового проекта, о котором я вам через пару минут расскажу. И вот мы работали в старом городе, и когда вышли, вдруг родилась идея, практически экспромт, снять еще одну экскурсию небольшую, вот так, подарить ее вам на нашем канале YouTube по улице Яффа. Но продолжение вы увидите в следующем выпуске блога «Святая Земля сегодня», потому что мне нужно еще его демонтировать. А пока я хочу поделиться с вами нашим новым проектом. Собственно, что же мы такое затеяли и в чем вы можете тоже поучаствовать или как зрители, или как авторы. Мы хотим создать центр виртуальных путешествий. Дело все в том, что сейчас вообще само понятие путешествия переходит в несколько иную плоскость. Долго еще, наверное, не будет возможности свободно перемещаться и внутри наших с вами стран, и летать за границу. А тем не менее, мир делится на две категории людей. Одни люди обожают слушать про разные города и страны и смотреть на них, а другие совершенно самозабвенно о них рассказывают. Должна вам сказать, что я никогда в жизни вообще не собиралась быть гидом, экскурсоводом. В детстве я профессионально занималась музыкой, с 5 лет была на сцене со скрипкой в руках, была перспективной достаточно скрипачкой, музыкантом, выиграла конкурс в 14 лет, ну и так далее. Но даже не в этом дело, а в том, что я с самого раннего детства обожала рассказывать и показывать. И мне было совершенно неважно, делать это словами, делать это при помощи стихов или рассказов, которые могла читать вслух, или же при помощи музыки, звуков или жестов, чем угодно, рассказывать и показывать. Есть замечательная история в архиве нашей семьи, когда моя мама очередной раз была со мной в Пушкинском музее, а я практически в нем выросла, потому что мама очень любила вообще любое искусство, и хотя работала она редактором в МГУ, она была журналистом, и одновременно еще работала в редакции в МГУ, она часто ходила в Пушкинский музей, изучала то древнегреческое искусство, то древний Египет, ее безумно увлекало. Она очень хорошо знала художников самых разных эпох, рассказывала мне и про эпоху Возрождения, и про модернистов, и экспрессионистов, все, что хотите. И вот я в этой атмосфере росла. И, естественно, примерно к 5-6 годам я уже достаточно хорошо знала Пушкинский музей, и многие залы в нем знала достаточно хорошо. И вот моя мама однажды была со мной на экскурсии очередной такой вот нашей с ней домашней в Пушкинском музее. Она что-то там такое зарисовывала или смотрела, а я исчезла. Я оказалась в соседнем зале. Но мама этого не знала. Она оглянулась и вдруг меня не увидела. Страшно перепугалась, поняв, что она увлеклась и немножко про меня забыла. И пошла меня искать. Придя в соседний зал, она увидела такую любопытную картину. Стоит группа туристов. Как потом выяснилось, это были русскоязычные французы, которые из нашей белой эмиграции, вот те самые, приехали на экскурсию в Советский Союз тогда еще, это, наверное, был какой-то 80 какой-то год. И в центре стояла я и рассказывала. Моя мама в ужасе стала как-то мне знаками показывать, чтобы я к ней вышла. Но тут подошла экскурсовод этих французов и сказала: какая у вас потрясающая девочка. Вы знаете, я рассказывала им про полотна, ну, я уж сейчас не помню, художника. И вдруг она подошла и очень вежливо сказала: извините, пожалуйста, но вы здесь не совсем правильно рассказываете. Вот моя мама мне говорила, и я начала рассказывать. И все эти, естественно, пожилые, милые французские люди собрались вокруг меня, а такой ребенок, еще и говорящий прекрасно на русском языке. И я им стала объяснять про краски, про форму, про композиции, ну, все, что мама мне рассказывала, да, в моем детском исполнении. Вот это был мой первый опыт экскурсовода.
После этого я, конечно, никогда подобного ничего не повторяла, но, опять же, беспрерывно все всем рассказывала. Вот видно, у некоторых людей есть какая-то потребность не просто видеть самому, но передавать это другим. И вот сейчас нынешняя ситуация, когда мы не имеем возможности этого делать, мы не можем принимать группы, мы не можем ездить, да, никуда, она для некоторых людей просто очень-очень тяжела. Вот есть люди-домоседы, а есть, которые вот просто не могут, да, вот им необходимо новые впечатления и делиться с ними с другими. Вот поэтому и решили мы создать Центр виртуальных путешествий. Это будет платформа, она уже в работе, дней через 10 должна заработать. Это будет платформа, на которой любители снимать и рассказывать будут выкладывать свои видео, ну, наподобие YouTube, да, а те, кто любит смотреть, будут смотреть. Конечно, я должна предупредить заранее, и я думаю, что это абсолютно понятно и логично, что часть материала там будет бесплатной, но какой-то материал будет платным, потому что любая экскурсия – это огромная работа, и те авторы, которые создают видео, вы даже не представляете себе, сколько часов, а иногда дней монтируется даже 15-20-минутный сюжет. Потому что ведь нужно и придумать маршрут, нужно рассказать, нужно подобрать необходимые кадры, продумать, где ты в кадре, где ты не в кадре. Нужно, наконец, поехать, снять. Иногда это не получается сделать за один день, потому что какие-то бывают препятствия, да, и ты не можешь попасть, например, к какому-то месту. Ну, иногда погодные условия, там, полиция вдруг что-то заблокировала, авария где-то случилась, да. То есть это на самом деле очень большой труд. Создание вот такого вкусного, интересного видеосюжета небольшого – это достаточно большая работа. И сейчас, в наше с вами время, огромное количество экскурсоводов находится в состоянии безработных. Где-то платят пособия или государственные, если музеи, да, не платят зарплату, пока платят. Но, в принципе, в основном экскурсоводы же все то, что называется фрилансеры. То есть они работают вот по системе «есть работа», ты принес домой денежку, нету групп, нет работы, и никто тебе ничего не оплачивает. Соответственно, этот сайт, наш вот этот центр виртуальных путешествий будет серьезным подспорьем экскурсоводам, потому что они будут получать оплату за свои видео, которые они будут нам присылать. Для зрителей же цены будут настолько демократичными, в размере половины чашки кофе в кафе, что я уверена, что любой, даже самый малоимущий человек сможет довольно регулярно смотреть экскурсии. Опять же, какой-то видеоконтент, как сейчас называют, то есть какие-то видеопутешествия будут и бесплатными. И я не собираюсь бросать свой YouTube-канал и не собираюсь прекращать выкладывать на YouTube-канал тоже какие-то путешествия. Конечно, я буду это делать, но с какого-то момента это будет чуточку реже, потому что основные мои силы будут направлены на вот этот центр виртуальных путешествий. На YouTube-канале я буду регулярно рассказывать вам о наших авторах, о новых экскурсиях, которые они предлагают. Соответственно, вы будете в курсе дела, все наши подписчики, и по желанию сможете регулярно заглядывать, я надеюсь, что регулярно заглядывать и на наш, вот, на нашу эту новую площадку, да, где мы будем показывать вам еще больше, еще лучше, еще интереснее, потому что путешествия там будут со всего мира. И вот теперь я обращаюсь ко всем вам, мои дорогие подписчики, мои дорогие друзья, зрители, бывшие мои паломники, будущие мои паломники. Если вы любите снимать, у вас есть видеокамера либо в телефоне, либо видеокамера, да, и вы любите снимать и рассказывать, или просто любите рассказывать, хотите научиться хорошо снимать, у вас есть шанс стать нашим автором. Что для этого нужно сделать? Для этого нужно написать мне на электронную почту, которую я поместила в описании к этому видео, написать небольшое письмо. Меня зовут так-то и так-то. Пришлите мне, пожалуйста, всю информацию. Я бы хотел быть вашим автором. И напишите несколько строк о себе. Ну, вы понимаете, что интернет-пространство открытое. Я, естественно, опасаюсь спама или каких-то мошенников. Все может быть. Поэтому напишите несколько строк о себе. Ставьте обязательно контактные данные, свой номер телефона, да, WhatsApp или Viber, и я вышлю вам всю необходимую информацию на ваш электронный адрес. Я нашим авторам, их уже набралось примерно 20 на данный момент, высылаю небольшие уроки, мастер-классы по тому, как нужно снимать видео. Это очень поможет тем, кто
всю жизнь работал экскурсоводом, знает, что и как рассказать и показать, или был краеведом, может быть, да, или является историком, этнографом, может быть, но никогда не приходилось ему превращать это в видеоролик, то есть не умеет снимать. Вот для таких людей и у нас есть видеоуроки, где мы учим, как снимать, как пользоваться видеокамерой и так далее. Так что вот такой проект. Приглашаю всех, кто хочет поучаствовать. Не бойтесь, пишите. Даже если вы никогда не снимали раньше, может быть, вы начнете какое-то новое дело благодаря нам. Засим я сегодня с вами прощаюсь. Обязательно мы встретимся через 2-3 дня. Надеюсь, снова в выпуске «Святая Земля сегодня» и покажем вам вторую половину прогулки по Иерусалимской улице Яфа. Оставайтесь с Господом!